Здравствуйте, дорогие задроты! Сегодня я расскажу, как охотиться на антилоп. Ее несложно отличить от обычного солдата. В основном она перемещается короткими прыжками по карте. В основном люди недооценивают снайперов, так как большинство игроков, которые используют снайперскую винтовку, на протяжении всей карты лежат хрен знает где, не помогая своей команде. С таким же успехом можно заглумить и медика, который не резает умерших братьев своих, или саппорта, который не бросает патроны и бегает как баран. Это просто неправильное использование классов. Ты слышишь, горе базарить, о чем видео-то? Да, в натуре я что-то заговорился немного. В этом видео продемонстрирую, как лучше попадать по передвигающимся объектам. В первую очередь вам нужно будет выучить базу. Под базой я подразумеваю просто попадание в голову по стоящим целям. Это самое простое, что может сделать снайпер. Если вы считаете, что у вас недостаточно точена база, то зайдите просто на любой сервер и пытайтесь правильно выбирать цели. Просто стреляйте по стоящим людям, не пытайтесь попасть в бегущих. Слышишь, Вася, ты чё вообще за лоха меня держишь? Говори, как по бегущим людям стрелять, а? Да ладно, всё, слышь, а садись, во второй части видео сейчас объясню, подожди секунду. А, ещё, если вас убивает снайпер откуда-нибудь, и вы не знаете его местонахождение, то просто берите вот так МАВ и нахер его давите, как мразь. На, сука! Так, ладно, хоро трепаться, приступаем к обучению. Самое важное, что вы должны запомнить, это то, что никогда не видите прицел за солдатом. Всегда должны быть впереди него и ждать, когда он набежит. Вот хороший пример сейчас на видео. Вы уводите прицел вперед, ждете, пока он набежит, и когда его голова находится в прицеле, жмете просто на курок. Эта работа на реакцию уже идет. Чем меньше опыта у снайпера, тем дальше он будет просто вперед прицел уводить и ждать, пока на него набегут. У опытных снайперов все наоборот. Складывается ощущение, как будто они даже не работают по этому принципу. Но на самом деле, если замедлить, то можно четко увидеть, что выстрел идет на опережение. Ха, прикольная тема. То есть, если чё, я на опережение буду целиться и не набегать на мою пулю буду, я вообще нормальный пацан буду. Наверное. Зашибись, сейчас тогда семки даем и пойду на сервак проверю.